Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Камарача, рад всех приветствовать в очередной серии по русской рыбалке 4.0. И также набирается 15 лайков на этой серии, мы выпускаем следующую серию незамедлительно, если у нас не будет никаких неотложных ситуаций и экстравагантных, так сказать. Что хотел сказать, что подписывайтесь обязательно на канал, если хотите быть в нашей дружной такой компании, потому что более 70% статистику можете увидеть на экране людей, смотрят видео, не подписавшись на канал. Поэтому подписываемся и будем дружными рыбаками, братством рыбаков. Также можете добавиться в друзья в рыбалочке, и мы с вами будем общаться, обсуждать какие-то проблемы, вопросы. Вы будете давать мне советы, может быть, я вам что-то посоветую, и будет все замечательно. А сейчас, что вы видите в экранах? Я собираюсь опять ловить этого, как сказать, дурацкого карасика. И надеюсь, все будет круто. Почему карась, ребят? Я немножечко, знаете, как скажу. Так, ага, тут я наживку забыл поменять. На меня сильно не обижайтесь. Как вы видите, у меня уже практически 12 уровень. И я надеюсь, мы все-таки сможем с вами купить одну более-менее нормальную донку. И воспламеним на какой-нибудь реально интересный пруд. Ну, я надеюсь, на старый острог. Мы туда с вами поедем. И уже там половим какую-то рыбу, может быть, тоже того же самого карася, но уже более крупного, уже, что было интересно его ловить. А сейчас, естественно, пока будем ловить здесь. Не думайте, что я не пробую ловить. Вот где-то полтора уровня я, наверное, прокачал на озере Вьюнец, где-то так. Но, честно вам скажу, ерунда, все ерунда. Я думал, там действительно будут какие-то большие деньги, будет много опыта. Опыта там, конечно, побольше. Намного больше, чем здесь, на этих карасях, на плотвах. Денег, может быть, в какой-то степени тоже побольше можно заработать. Но это все, знаете, как-то геморройно, как-то непонятно все. И лучше уже ловить здесь, на карасях, потому что там все зависит от того. Я пробовал ловить язя. Клюнет, не клюнет. Это тоже, блин, и на спиннинг. Если клюнет язь за 1,5 килограмма, у вас там 5-6 монет в кармане. И если он не клюнет, клюет какая-нибудь фигня, ну то есть язь только мелкий, то, естественно, у вас денег в кармане ветер подул, их мало. Потому что она практически не оценивается. А клюет он очень долго. Под уст клюет, неплохая рыбка, опыта за нее много. За ельца за зачетного много опыта дают. Ну, много опыта, да, валят, и денежка так вроде бы идет. Но поймать это все очень трудно. Очень трудно. Поэтому я думаю, что до 12 уровня, наверное, караси, вот караси, это самое, наверное, прибыльное, что можно придумать, и не надо никуда ездить, не надо изобретать какой-то велосипед. Вот видите, как леска упала, это там уже поклевка есть. То есть там не поклевка, точнее, а рыба есть. На донке клюет очень редко, и, по крайней мере, на вьюнце клевало редко. Да и хотя и здесь тоже оно клюет нечасто, и приходится с этим смириться. А вот на поплавочку клюет, конечно, почаще и получше. Была мысль собрать и спиннинг, и все остальное. Я пробовал многие там разные наживки, пробовал и блесна на своем стандартном маленьком спиннинге, но все не круто, все не фонтан. Поэтому, ребята, вот эта вот локация, наверное, для самого начала реально топ. Может быть, я не на тех местах сидел, хотя смотрел и видосы в интернете, ползал там везде по всей локации, и все равно все как-то не так. А здесь я, ну хотя у меня, видите, все-таки 24 рыбы, это я ловил на локации, на этом, скажите, пожалуйста, на Вьюнце. И сейчас еще мы с вами чуть-чуть подловим, и, естественно, потом будем всю эту рыбу продавать. Посмотрим, сколько у нас вообще по деньгам она выходит. Тут, к примеру, вы можете заработать. Но я ловлю здесь на перловку. Понятное дело, что у кого в начале перловки нету, ее надо там и крафтить, и это, и прокачать крафт. Ну, то есть много всяких подводных камней. Но тут можно, к примеру, ловить то же самое на хлебный мякиш. На донку, вот не знаю, как-то, наверное, не очень. А на все остальное, то есть можно как бы на удочке спокойно ловить на хлебный мякиш, и будет все ловиться.
И насчет донок. Вот тут есть такая штучка, навыки. Я вкачал, дурак, очень много навыков в поплавочную ловлю. Зря, наверное, я это сделал. Отсюда надо их все перекидывать. А перекидывать можно только за золото. За 5 золота я выкачу отсюда 5 навыков. Это, ребята, грустно, если честно. Я очень сильно расстроен, что я сюда пятерку вкинул. Не нужно было это делать, потому что 5 золота стоит, по-моему, 400 рублей. Смотрите, сейчас я... Вот. Даже 500, не 400, а даже 500. Вы понимаете, да? То есть это охренеть просто. Короче, такие вот пироги, ребятки. Такие вот пироги и пироженки. Вот лещик клюнул. Здесь опыта идет, конечно, не так много. Здесь вы качаетесь медленней. И рыбка здесь не такая интересная, не такая, как на Вьюнце, там более интересная рыба. Но зато вы тут гарантированно ее ловите, она у вас тут 100% клюет. И вы гарантированно свои там с полного садка, если вы наловите, у вас хватит терпения. Я полный садок в этой игре еще ни разу не вылавливал. Ловлю где-то максимум 60, наверное, рыб и иду потом сдаю. Не знаю, у меня прям терпения не хватает сотку надолбить, насидеть. И вы можете спокойно потом пойти сдать и получить где-то 70-80 монет своих законных в карман только так. Но голословить это, конечно, хорошо. Сейчас мы здесь немножечко с вами половим, и потом мы с вами воспламеним на вьюнец тоже. Я вам хочу показать, где там можно, к примеру, на ельце тоже подзаработать немного денег, на что там ловить. И если вам повезет, то есть там по зачету и все остальное, там тоже можно поднять денежку. Но это кому уже тут поднадоест, так сказать, фарм, и вы захотите что-то немножечко другого, чего-то, и захочется половить вам. Тогда вот я вам сейчас покажу то место. Но сначала немножечко плотвы. Плотва, она никуда не девается, рыбка неплохая, она ловится. И все у нас великолепно. Вот видите, у меня вот на спиннинге такое... Ой, на спиннинге. На донке такое часто. Одна донка какая-то клюет, а вторая просто тупо простаивает. Вот так вот на две донки. Может быть, когда у меня их будет 4, у меня такого не будет. Но, по крайней мере, почему-то вот сейчас у них вот такое есть у меня. Одна вот клюет у меня постоянно, а вторая просто тупо простаивает. Или клюет очень-очень редко. Что, естественно, меня совершенно не радует. Очень классно, когда клюет одна, потом вторая, потом опять одна клюет, потом другая клюет. Вот когда вот так вот. Вот ложится леска, это еще, кстати, не факт, что клюет. Вот так вот несколько раз вытаскивал, когда она вот так вот ложится потихонечку. И в итоге оставался с гулькиным носом. Поэтому тоже спешить не советую. Не советую. Итак, ребята, дело ближе к вечеру подходит. Клев пошел. На донке стало клевать получше. Не прям что супер-супер, но намного лучше. Стало на две доночки клевать уже время от времени. Также на поплавочек стало поклевывать. Это вот прям меня очень радует такая ситуация. Нравится мне такое. Потому что рыбка, сами знаете, чем больше рыбы, тем больше денег, а там же, естественно, новые снасти, новые возможности и все такое в таком духе. Вот, видели, упала резко. Вот здесь стопудово вот рыба есть. Должна была быть стопудово. Вот, но рыбы нету. Либо она сошла, либо надо было еще подождать. Вот этого я не знаю, как она тут работает на самом деле, но такое иногда случается. Итак, 40 рыб. Я вот не знаю насчет того, забирать свои снасти с собой, не забирать, но сейчас забирать не буду. Просто вернусь на базу, продам рыбу и отправимся с вами на локацию в Юнец. И посмотрим, точнее на озеро, и посмотрим, что там можно поймать. По крайней мере, я сейчас думаю, за 40 рыб нам дадут неплохо серебра, около 60-70, потому что плюс еще у меня серебро, точнее рыба с юнца осталась. Давайте посмотрим. Итак, карась. Так, карасей мы не наловили. Надо было еще. Тут тоже не хватает нам.
И золотых нету. Ну, короче, если там ловить, мы закрываем по-любому вот эти вот точно. Окуней тоже мы не наловили. Ершей у нас тоже нету. Короче, мы с вами раздолбай. Мы не наловили той рыбы, которая нам нужна, потому что мы ловили одну плотву. Значит, дорога нам одна. На рынок. Ну и на рынке у нас 48 выходит монет. Немножко меньше, чем я хотел. Но, смотрите прикол. Вот это вот продавать ни в коем случае нельзя, потому что это можно будет сейчас сдать на вьюнце. Смекаете, да? Нам тут показывают 48 монет. Переходим на вьюнец. И посмотрим, что нам дадут там. Вьюнец, вьюнец, а он называется вьюнок. Ну ладно, давайте посмотрим, чем магазин отключается здесь. А здесь нам дают немножко меньше по деньгам, но не знаю. Может и не отличается. Так, ну видели, там поменьше. Тут карась серебряный, пескарь, уклейка. И вот смотрите, одна штука, 17 монет. Она у нас есть. Почему нам ее не продать? 17 монет. Хлобысь. Опа, упала, да? Ясь. Так, у нас такого нету. Галавль. Галавль у нас один. А так бы, конечно, мы получили бы неплохо. Уклейка у нас, ее тоже нету. Карася нету, пескарь тоже нету. Все, ну, следовательно, мы заработали с вами пока что 17 монет. И сверху нам накинут 46. И в итоге у нас сколько получается? 53 монеты. Неплохо, я считаю. Давайте продадим. Личный рекорд. Самая дорогая рыба из проданных. Ну, понятно, ладно. Денежки у нас есть, но их очень мало. Теперь давайте я вам покажу, где можно половить того же самого ельца и заработать елец, потом там какая еще, ну то есть маленькая вот эта вот рыбка, и заработать неплохие денежки на ней, особенно если будет ловиться зачетно. Но если вы поймаете еще и трофеи уцепите, то это будет вообще must have. Так, нет, не здесь. Вот, вот это вот место, надеюсь, вы запомнили, 93-105. Вот здесь вот это вот место, где можно половить ее. Так, его. Его. Мы надели с вами, надеваем точнее с вами. Ой, нет, это нам не нужно. Надеваем с вами мотыля. Мотыля тоже надо прикупить. И, естественно, делаем глубину 17 сантиметров. Закидывать мы будем недалеко, совершенно недалеко. Где-то примерно, наверное, вот, вот так вот. Вот, вот так вот кидаете. Поплавок плывет, потому что на вьюнке есть течение. Но это все мелочи. Ждем. Обычно елец, потом, как там, елец, верховка или еще вот эта вот маленькая рыбка, она вся клюет туда ближе к вечеру, к ночи и с утра. В обед она клюет не очень. Поэтому ждем. Поплавочек проплывает. Какой-то, да, вот промежуток, вы его опять сюда хлобысь, вот так подтянули, и опять ждете. Ждете, 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 пока он плывет. Обычно даже видно, как рыба подплывает под низ, хватает и топит поплавок. Поэтому вот так вот можно половить. Он его туда в камыш прям загнал, смотрите. Сейчас посмотрим. Неужели из-за дождя она совершенно не хочет клевать? Сейчас, секунду. Так, походу она, наверное, эмигрировала на вот это вот место, 85-103. Это место чуть-чуть... Вот, видели, рыбка подплыла? Это плотва. Так клюет только плотва. А, ну еще и окунь, да, тут есть. Вот, смотрите. Вот я из этих кустов перебрался сюда, то есть чуть-чуть ближе. Вот, эта рыбка клюет вот тут здесь. Клюет здесь и плотва перебивает, и окунек клюет, а также клюет этот же самый елец. Как зачетный, так и трофейный. За трофейного ельца вам дают 7,5 серебра. Что я вам скажу, очень даже неплохо. Так, вот это, по-моему, опять плотва. Видите, да, как она даже, видно, как клюет. Вот, опа, вытащили. Так, если плотва вдруг вам прям вообще вот так сильно не дает покоя, еще можно попробовать половить на опарыш. Но у меня опарыша немного, хотя плотва
и опарыш любит. Но окунь, к примеру, окуня мы сразу сможем отсеять. Хотя, правда, иногда и окунь на опарыш клевал. Но на мотыль окунь почаще клюет. И, в принципе, вот так вот, если вам... Опа! Видели? Это уже ракушка какая-то, да? Ага. А это хорошо. Ее тоже можно обменять, у нее есть квест. Поэтому неплохо, что она клюнула. Вот так вот примерно вы стоите. Одной удочки вам вполне тут с головой хватает. Единственное, что это все муторно немножко. И ну вот так вот это все происходит. Мне, честно, не очень сильно нравится такой вот способ вылова. Но если уже карасивом и все там поднадоело... Елец, смотрите, 156 опыта, незачетный. Но когда будет клевать зачет, естественно, будет около 500 опыта вам начисляться. Где-то от 400, по-моему, до 500. Даже иногда, по-моему, и больше там есть. Но я ловил, мне дали 580, что ли. Ну, то есть вы понимаете, да, опыта неплохо, снасти вы не перегружаете, и вы как бы не паритесь. Вообще, ни капли. Итак, ребята, ночь. Ночью елец клюет намного лучше. Поэтому обостряем все свои чувства, которые у вас только есть, и пытаемся его поймать ночью. На опарыша. Вот, вот это вот елец. Ах! Ах, гад! Не зашел. Прикольно, что даже видно, как он клюет. Вот так вот целую сотку, не знаю, я поймать не смогу. Ну, то у меня, к примеру, терпения не хватает. Если у вас терпения хватит, ребят, то ловите, будет круто. Вот ночью, я же говорю, он клюет намного лучше. Вот ночь, вечер, ночь и утро. Вот это для ельца вот самая такая вот пора, когда вот он клюет, он берет и может взять и трофеи, естественно, и зачетные экземпляры, и на нем неплохо денег. Сколько по деньгам, я вам скажу попозже. Ну, то есть мы выловим с вами какое-то количество, и потом пойдем будем оценять его в магазине, оценим его в кафехе, если там он есть, и посмотрим, сколько денег нам это принесет. Но денег будет неплохо, если особенно будут зачетные экземпляры, то по деньгам будет вообще неплохо. Будет. А, еще пискарь клюет, я забыл. Вот я думаю, что же я вам еще забыл сказать, пискарь. Пескарь тоже очень интересная рыба, маленькая, и очень неплохо она оценивается по деньгам, поэтому он тоже крутой. И если он также зачетный, то зачетный, и если еще, естественно, трофей, получается там вообще по деньгам тоже неплохо, там что-то около 8 или 9 монет за него. Но клюет, естественно, трофей редко. А зачет нередко. За зачетного там, по-моему, от 2 до 4 монет. Тоже, что очень круто. Поэтому советую, ребятки, кто не этот, попробуйте, половите, кому надоел. Карась, плотва на комарином, пробуйте, ловите на вьюньке. Может быть, на вьюньке вам повезет. Наловите вот этого вот малька, сдадите, подымите денег. И будете купаться в золоте. Ну, тут не золото, тут серебро. Золото тут очень дорогое. Я так понимаю, золото тут можно заработать чисто за реальные деньги, если вкинуть. Если это так, то я полный дурак. Зря вложился в поплавочную удочку. Надо было вообще ее не трогать, не вкладываться. А я ее вкинул туда все. Ну, уже, как говорится, чему быть, тому не миновать. Раз уже так поступил, значит уже все. Это не изменить. Так случилось, значит случилось. Гляньте, вообще просто клюв как обрезало. Не может такого быть, что за бред. Клевал аж хорошо. Испугался, наверное. Фонарика, наверное, опасается рыба. А так ничего не видно. У меня там есть поплавок, получается, в светящийся, но светящийся поплавок это тоже такое. Там надо, по-моему, навык прокачать на него. У меня навык не прокачан, у меня даже свободных очков нету. Так, ну раз не клюет, тогда предлагаю поставить мотыля.
посмотреть, что будет на мотыля. Может быть, на мотыля парочка каких-то экземпляров клюнет. Не елец, так пескарь вдруг зайдет. Посмотрим. Итак, дорогие друзья, я вам там включал кадры той рыбы, которую мне удалось выловить, зачетная, потом трофейчики, чтобы вы понимали, что где-то за час ловли, даже, наверное, побольше, чем час, я вот наловил 66 рыб на этом месте. И давайте вот сейчас мы с вами оценим и посмотрим, сколько денег же удалось заработать на вьюнце. Пескарь обыкновенный. Смотрите, 14 монет мы сможем с вами заработать. Будем продавать, естественно, самого дешевого пескаря, который только у нас есть. И еще один. А, вот, ну, наверное, вот так. 14 монет. Так, уклейки у нас нет, карасей тоже, язей нет. Все, это все, что мы с вами смогли заработать, 14 монет. И теперь мы идем с вами на рынок. Рынок нам дает 51 монету. Смотрите, сколько стоит, помните, я вам говорил, елец. 5, вот зачет стоит 5 монет, 6 практически, то есть круто. Трофей пескаря, он у меня где-то был, я же его ловил. Че, его продал, что ли, туда, на рынок? А, вот. Он 7 с копейками, да, стоит. Вот эту вот штуку, вот эту вот продавать тоже, как бы, конечно, нежелательно, потому что она появляется иногда на этом, на рынке. Но я ее сейчас, наверное, хотя... Давайте, наверное, я их оставлю. Я все-таки, наверное, продам на рынок, если они пропасть не успеют. И 50 монет. И в итоге мы 64 монеты с вами заработали. Но, долго, очень долго. 600 монет в общей сложности. Плюс вычитайте где-то 5 монет на наживку. Долговато, нудно, но зарабатывать можно. То есть этот способ, к примеру, если у вас осталась одна удочка, вы бомж, да, и вам надо как-то заработать, то можно на том месте подзаработать денежку таким вот способом. В принципе, показал. Разряд качается там тоже неплохо, потому что, как вы видели в ставках, рыба дает очень неплохо опыта, практически под 1000. Поэтому всем огромное спасибо, кто посмотрел. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, пишите свои методики заработка денег, прокачки опыта и так далее. Также не забываем подписываться. И всем до скорых встреч. Пока-пока.